Прошло немного времени, но до сих пор очень сложно пережить все то, что мы видели, и понять все это кажется каким-то нереальным бредом, какой-то странной картиной, которая, в принципе, не может существовать и не должно быть. Была красивая, добрая, мирная страна, и на наших глазах, мы работали там в течение 7 месяцев, на наших глазах ее просто взорвали. И мы встречались с многими людьми в разных городах, и военные, и мирные. И я даже не знаю, кто из них сейчас жив, живы ли они, доживут ли они до завтра. И наш фильм – это взгляд на события в Сирии глазами тех, кто уже приговорен. Любой, кто уехал в Сирию, знает Сирию, знает, что у нас всегда очень спокойно, нету кто это или что это, все живем одинаково. У каждого свою веру, это, пожалуйста, это у нас не проблема. У нас в домах евреи есть, район это для евреев, никто не трогает, никто вот, наоборот, очень они родные. Наш народ любит любой народ. Нет у нас разницы, это народ какой. Просто главное, что ты будешь человеком просто. Вот. А вот это мы не привыкли. Это первый раз в жизни. В Сирии так получается. Вокруг нас чистая, настоящая природа. Реки, водопады, деревья везде. Эта красота заключена в самом человеке. Это любовь к жизни, доброта. Сирийцы обожают такую жизнь. Ее ассоциировали со словом «свобода». Но пришел кризис, и, к сожалению, появились люди, которые по указанию Запада стали использовать слово «свобода» и другие привычные, красивые слова, несущие глубокий для народа смысл, чтобы разрушить ту красоту, в которой мы жили. Утром мы начали убивать местных жителей, многих. Мы заходили в дома и стреляли даже в тех, кто еще спал. Потом собрали их в одной комнате и стали снимать на телефон, обвиняя во всем солдат. Пока не услышали, что в нашу сторону идет армия. Часть из наших сразу убежала, а часть стала стрелять в военных. Я не знаю, чего они хотят. Готов поспорить с вами, что вы не найдете среди них ни одного образованного человека. Чего они хотят? Свободу? Они разрушили весь город. Спросите хоть одного из них, какая свобода? Резать и убивать людей – это для них свобода?
Каждый день кто-то гибнет. Каждый день здесь падают ракеты, бомбят не знаю чем. Раненых много, но убитых больше. Мы боимся выпускать детей из дома. Они просятся играть на улицу, гулять как раньше, а мы не пускаем. Боимся, что что-то случится. Боимся, когда они идут в школу, боевики часто по школам стреляют. Страшно ходить на рынок. Я иду и думаю, а вдруг меня похитят? Мы хотим самого простого – спать спокойно, а сейчас рядом всегда пистолет или автомат. Закрываем все двери, каждые полчаса обходим сад. Вдруг что-то забросили или поставили взрывчатку. Я сплю и боюсь, что на нас нападут, изнасилуют на глазах у мужа, потом убьют. Это был взрыв в 7 утра. Ехали дети в школу. Родители везли. Кто-то... Детский автобус там был сожженный полностью. Дружки валялись. Погибло очень много детей. Как можно бороться за свободу своей страны, убивая детей? Причем настолько варварски, там, дико и... жестоко. Мы продолжим заниматься этим гуманитарным вопросом. Мы поддерживаем сирийскую оппозицию и привержены плану политических изменений в Сирии. И мечети, и церкви в Сирии по-прежнему называют одним общим словом – храм, в который пускают всех, вне зависимости от религии. Солдат из нашего сопровождения, мусульманин, прикладывается к иконам и молится вместе с христианской смотрительницей. По-своему. Неважно где и неважно как. Главное, чтобы в Сирию вернулись мир и покой. Какая же здесь была борьба? Вот они пытались поделить два района, христианский и мусульманский. То есть люди отказывались, их подрывали и пускали отсюда. Мы видели одного ливийца и еще одного, или даже больше, из Саудовской Аравии. أول عملية اقتحام الثورات ماجد عبد الحميد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كيف أسأل الله الله أكبر الله أكبر أني نزني شو تكو جبيرة Вера, вера. Они говорят, что они мусульмане, например. Они не знают, что это такое. Ничего не знают. Бри мусульмане даже. Сколько было таких случаев? Ловим одного, он сидит, в руках автомат, головой трясет, ничего не соображает, твердит, я ничего не делал. Берем кровь на анализ, там наркотики. Часто в карманах находим порошок или таблетки. В другой раз один вышел посреди улицы, идет на нас, стреляет, мы прячемся, выстрелили в ответ, попали. А он все равно идет, не чувствует боли. Это после приема вещества, которое называют азверин. Кто принимает такие наркотики, не понимает, что делает. Он никого не узнает, может убить брата, отца, он не понимает, где он и что он. Аллаху акбар! 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 Аллаху акбар!
Они говорят, что делают это ради веры. Говорят, что убить и перерезать горло неверного для них большая честь. Считают, что так они становятся ближе к Богу. Есть и такие. Они убивают мирных людей и произносят «Аллах Акбар Такбир», чтобы успокоить свою совесть, если она у них есть, чтобы доказать другим, что они на верном пути. Те, кто там воюют, думают вот так. Когда я умру, я попаду в рай, и у меня будет много девственниц. Да, я говорю не о лидерах, а об обычных людях. Они ничего не знают. Один из них сказал мне: «Ты журналист, и ты знаешь больше, чем я. Скажи, а что случится потом, когда все это закончится?» Я ему: «Ну смотри, давай будем реалистами. Американцы никогда нас не любили. Обама нас не любит. Израиль не любит нас. Им наплевать на сирийский народ. Посмотри, что стало с Афганистаном, с Ираком». Он говорит: «Я знаю». А я ему: «Хорошо, тогда почему ты берешь деньги у них? Неужели ты думаешь, что они дают тебе деньги, чтобы ты воевал за свою свободу?» Он такой: «Нет, а мы не берем у них деньги». «Ладно, а кто тебе дает деньги?» «Шейх». «А он откуда берет деньги?» «Не знаю». «Ага, ты не думал». В другой раз я ему говорю: «Можете быть уверены, каждый раз, когда есть какое-то соглашение». А они: «А что значит это слово «соглашение»?» «Честно, клянусь». И я такая: «Нет, ничего, простите, забудьте, неважно». Что можно объяснить такому человеку? Он ничего не знает, и он не один такой. Один мне сказал: «Я сидел во всех тюрьмах Сирии за наркотики, воровство и прочие дела». «Хорошо, и что ты делаешь теперь?» «О, я думаю, что Бог простил меня». «Но ты не просил его тебя простить? Ты думаешь, что он уже тебя за все простил? С чего вдруг? Кто тебе такое сказал?» «Шейх». Он сказал ему: «Бог простил тебя, но теперь ты должен воевать вместе с нами». Я зарезал троих друзей, перерезал им всем горло, потому что мне сказали, что они предатели государства, они поддерживают власть. Потом мы заложили взрывчатку в домах, где убили людей и подорвали их. Выглядело так, как будто эта армия бомбила это место. Ну, этот бандиты, даже не люди, они смотрят на жизнь, на веру по-другому. Вообще не люди, никто не знает, как они думают. Никто не знает, как они думают, что они хотят. Хотят свобода, какая свобода? Убить людей — это свобода. Отрезать человек, как кури, как баран. Как можно его отрезать? Это какая это вера в жизни, можно отрезать человека? И любаться, и танцеваться на этого. Что за вера? Я около 50 лет. И где, много где был и видел. Вот это, что у нас случилось сейчас, нигде, никогда не видел, даже не слышал, что это у нас идет сейчас. И не знаешь, откуда они приехали. Сирийское правительство должно прекратить расстрелы митингующих и разрешить мирные демонстрации. Снимали тела убитых и на улице, и в больнице. Вот как раз в больнице нам рассказал патологоанатом, что все те, кто побывал в плену у этих боевиков, они все изнасилованные. И дети, и взрослые, и даже старики. То есть жестокость у них беспредельная. Люди даже стали покупать гранаты, нам рассказывали, то есть не один человек, то есть много уже людей, кто нам рассказал такую историю, что покупают ручные гранаты для того, чтобы... Точнее, если, к примеру, там их тормозит какая-нибудь там свободная армия, к примеру, да, там, то они просто-напросто себя подрывают, потому что никто не хочет попасть в руки этих вот извергов, просто-напросто быстрее уйти из жизни, так гораздо проще. That they took their
Они получают указания из-за рубежа. Объясню почему. Когда они похитили нашу съемочную группу в городе Аталь, то сообщили об этом Национальный сирийский совет. Он называет себя сирийским. Сначала он был в Турции, потом в Катаре. Им сказали снять два ролика. Один, где мы втроем, и один с их офицером. Все озвученные условия освобождения, все до одной фразы, которые нас заставили сказать, они предварительно отправили по спутниковому телефону за рубеж и получили в ответ отредактированный вариант. Я переписывала с телефона текст на бумагу. Там почти все не умеют писать. Так вот, номер был зарубежный. Больше 10 цифр и дальше точки. Катар и Саудовская Аравия были вовлечены в переговоры с сирийским правительством. Хорошо. Если вы получаете указания от Саудовской Аравии и Катара, вы кто, сирийцы? Я так не думаю. Есть сирийские, которые вообще, они, как сказать, нет у них, например, они очень слабые. Можно, например, за деньги, за что это, можно с ними как работать. И сами больше не из Сирии. Аллаху Акбар. Джунуд Аль-Асад Мухтабиун. Фи манзил. Да, это первый вопрос. Откуда ты, какой ты веры? Наш оператор, к примеру, христианин. Они заставляли его молиться как мусульманин. Они дали мне хиджаб и сказали: прикройся. Я спросила у них: если вы воюете за свободу, почему тогда не уважаете мою свободу? Не даете мне одеваться, как я хочу, говорить, что я хочу? Они сказали: нет, ты не можешь быть без хиджаба. И за наши слова они пытались убить нас. Это не для нашего народа, это наоборот. Они убьют нас, убьют наши детей, убьют жизни наши вообще. Это политика какая это? Мы все заинтересованы в развитии ситуации в Сирии. Может, наши взгляды расходятся, но наши цели похожи. Однажды снимали ночью. У нас была даже камера, тепловизор. Собственно, пошли как раз на ту самую линию огня. Ночью операция по зачистке переходит в активную фазу. Сами слышите, какая идет стрельба. И военные передвигаются из дома в дом, тщательно выверяя каждый шаг. Деликатные ошибки. Выключай! Идем почти на ощупь по разгромленным домам. Занимаем стратегический пост в одной из высоток, где просматривается весь район. Спустя какое-то время пуля прошла буквально в сантиметре от головы. Стреляя снайпера, вот что самое страшное. То, что сейчас промахнулись, не просто повезло. Если бы на 5 сантиметров ниже, уже бы не встретили. Двигаться дальше нельзя. Остаемся в высотке и ждем, пока стихнет перестрелка. Подвигаемся на рассвете. Обозначенный дом с боевиками в километре от нас. Первое ощущение – это какой-то холодок по спине. Я спрыгнул с этой лестницы, спустился, вот, за мной побежал полковник, который был со мной там. Он, по-моему, перепугался еще даже больше, чем я, там, начал спрашивать, что, неужели попали, там, и так далее, что, говорю, все нормально, как бы, все мимо. Правда, спустя два дня мы узнали, что этого полковника застрелил снайпер. Сначала нам связали руки. Каждый день били ремнем, пинали. Они даже пытались изнасиловать меня. Да, такое тоже было. А потом они убили ассистента оператора, потому что нашли в его телефоне фотографии сирийского флага и военных. Шейх решил, что мы все заслуживаем смерти. Но он первый. Они вывели его из комнаты вместе с нашим водителем Хусамом. Надели повязку. Он слышал стрельбу. Потом с него сняли повязку и сказали: «Смотри, ты будешь наказан так же. Если ты будешь врать, ты должен дать нам информацию. Какую, мы не знаем». Они выпустили в него 60 пуль, два рожка, по 30 в каждом.
Эти боевики, где бы они ни находились, заходят в районы, первое, что делают, устраивают показательные казни мирных людей. Неважно, кто он и какой религии, человека убивают, снимают на телефон и выкладывают в интернет, чтобы все увидели. Так было в районе Сириан в Алеппо. Двух прохожих схватили и разрезали на улице на глазах у всех. У остальных жителей возникает психологическое чувство страха. Они смотрят, как кому-то режут горло, и каждый представляет на его месте себя. И мирные люди бегут, оставляют дома, те, кому есть куда бежать. Они говорят, что сирийская пресса много врет. Так? Хорошо. Мы врем. Ты знаешь, что мы врем. И весь мир знает, что мы врем. Тогда дай нам возможность врать. Зачем похищать нас? Зачем убивать? Зачем нападать на офис нашей телекомпании? Взрывать бомбу в здании сирийского телевидения? Зачем? Если мы действительно врем, и нам никто не верит, как они говорят на Аль-Джазире, Аль-Арабии, Ориент-ТВ, тогда чего вы нас так боитесь? Пускай мы врем дальше, если это так. Но это неправда. Боевики творят много плохих вещей, а мы это показываем и рассказываем. За это они нас ненавидят. За это хотят убить и уничтожить. Все журналисты, работающие на стороне правительства, мишени. Когда ты с армией, ты первая и главная цель боевиков. Когда у тебя лицо уродливое, ты ненавидишь слышать о себе правду. Поэтому я считаю, что лучше всего, чтобы арабские страны, исходя из своих национальных, гуманитарных, политических и военных обязательств, вмешались и сделали все необходимое. На тот день, когда мы уезжали, погибло только наших знакомых 35 человек. По неофициальным данным, вообще погибло военных там свыше 9 тысяч человек. Я уже не говорю про мирного населения, да, сколько погибло вот от рук этих вот так называемой свободной армии, борцов за свободу. Провокаторы хотят одного – разделить Сирию по конфессиональному признаку, чтобы создать на этой базе несколько отдельных государств. В рядах оппозиции нет единства. Одни хотят создать светское государство, другие – закрытое религиозное. Третьи берут в руки оружие и разрушают страну. Они только и делают, что спорят друг с другом, с народом и с властями. Эта оппозиция действует по указу из-за границы, ей управляют извне. У этой оппозиции нет политических целей. Их задача – сеять хаос и смуту. Я приглашал за стол переговоров всех, даже тех, кто живет за границей. Они отказались приехать. Их задача – захватить власть. Все только и говорят, что президент должен уйти, а потом уже будут переговоры. Только вопрос – а с кем они тогда будут разговаривать? А когда я с вами ходил, вот раз, два, ужас, уже жизни нету в этом районе, где это находится, вот где есть вот эти бандиты, жизни нету. Все поломали, все... Они выгоняют людей с дома. Украют все, что там на квартире, ломают все. Снимает такие фильмы, что это армия, которая это сделала. Хотят объяснить всему миру, что это вот сирийская армия. Что плохого это для сирийской армии, а что хорошее это для которых хотят свобода. Во всякий случай они хотят объяснить, вот, что это и народ за ними, и это тоже неправда. Помните, что стало с великим старинным городом Троя? Так и у нас. Слово «свобода» — это тоже троянский конь. Он разрушил свободу, красивую жизнь, как разрушил Трою. Но природа дает нам силу. Я знаю, что добро победит. Что бы ни случилось, мы будем любить друг друга и жить в мире, потому что мы принадлежим этой святой земле по имени Сирия. Ради нее мы живем.
Я не видела сына больше 2 месяцев. Он позвонил и сказал, что утром приедет домой. Но сердце матери чувствовало беду. Утром он не пришел. Я звонила, но в ответ тишина. Потом узнала, что случилось. Его отряд держал оборону у главной мечети Алеппо. Их окружили боевики и стали стрелять снайперы. Потом ворота храма пытались взорвать. В итоге пробили стены и зашли с тыла. Мы вообще христиане. Но мой мальчик говорил, что будет защищать мечеть, потому что это храм, святое место. Он даже воевал внутри нее босиком, из уважения к традициям, несмотря на битое стекло и гильзы. Его зацепили 2 пули. Друга тоже ранило в ногу. Он вынес его на руках и посадил в скорую. Сам отказался ехать. Сказал, что не бросит своих ребят. Когда побежал обратно, в него попали еще несколько пуль. Его убили на ступенях мечети. Я говорила ему, что молюсь за него. А он поправлял: молись сначала за Сирию, потом за меня. Сирия для него была всегда на первом месте. Она важнее всего. Я давно его не видела. Постоянно звонила. Говорю, приходи домой, пожалуйста. Я очень по тебе скучаю. Очень хочу тебя увидеть. Но не увидела. Шли с отрядом бойцов не по улицам, а через дворы, через дома, через кухни, вот так вот шли. И в одном из домов встретили такого старенького дедушку, он такой немощный был. И он жил за счет армии, то есть он с ними общался охотно, у него не осталось родственников, и они ему приносили еду, воду, они заботились о нем. И когда он видел каждого военного, он вскакивал с места, хоть он был и слепой, но он на один глаз. Одним глазом он видел военных, и он всегда им говорил, каждому, пусть их 10 человек, каждому добро пожаловать, добро пожаловать. Этого человека обнаружили мертвым. Его запустили 17 пулей, вот эти вот звери. Писали на стене, что убили тебя за твой длинный язык. То есть таким образом они кинули вызов всем христианам, вообще, кто живет в Сирии. Мы его выделили на телевизор возле этого, поэтому его убили. У меня только один вопрос к боевикам. Если у нас один Бог, который создал мир и всех людей, если по священным писаниям все люди равны и ничем не отличаются друг от друга, почему вы убиваете нас? Почему говорите, что это ради свободы, ради Аллаха, и убиваете? Что я натворила такого, что вы каждый день хотите убить меня? Почему убиваете мирных людей? Почему убиваете солдат? За что? У них убийство как шутка. Им страшнее отрезать голову барана, чем голову обычного человека. У них нет чувства, нет сердца, нет достоинства. Они думают только о себе, считают, что надо убивать побольше, чтобы остальным стало страшно и чтобы мы их боялись. Хватит смерти. Мы все устали от этого. Достало уже. Мы установили на дороге в Хаму свой пост, остановили машину. Там была семья алавитов. Мы арестовали отца и изнасиловали его 6-летнюю дочь. А потом мне позвонил координатор, назвал место, выдал автомат, привезенный из Турции, и отправил взрывать здание контрразведки. Я тогда убил 7 солдат, потом взял топор и стал рубить одного из них. Хотел посмотреть, есть ли у него кровь. Как можно назвать этих людей вообще мирной оппозицией? Борцами за свободу. Это же бред. То есть то, что они творят, да, вот. И вот я считаю, что в принципе может любой человек, который так считает, поехать в Сирию. Он сам убедится, что там, где войска, там спокойствие. То есть войска охраняет свой народ, то есть бережет, да. У меня ощущение, что там воюют на той стороне реальные отморозки. Те, у которых нет ничего святого, ни за душой, там просто ничего святого нет. Они, по-моему, также могут предать не только там свою родину, своих родных, там, мать, там, отца, там, и так далее. То есть, мне кажется, они и с ними также могут поступить. Посмотрите на эти кадры, да, и вот вы бы хотели, чтобы вот такие вот демократы правили вашей страной, чтобы они вот гуляли по улицам у вас, да, там, играли с вашими детьми. Присмотритесь вот в лица этих людей или не людей, на кого они больше похожи, вот после вот тех деяний, которые они совершают. Я не знаю, там, хотели бы вы видеть таких вот освободителей у себя в городе?
которые так боролись за вашу безопасность, за вашу свободу и демократию. Мне позвонили с незнакомого номера, спросили: «Ты брат Рамеза? Забери свою собаку, мы убили его в районе Вадисаях». Когда я увидел отца и брата в таком состоянии, не поверил. Там были десятки трупов, и боевики стали стрелять в их тела, чтобы мы не могли их забрать. Один из жителей, которого спасла армия, рассказал, что боевики поставили людей вдоль стены, хотели расстрелять. Но тут появилась машина. Это был мой брат с отцом, они хотели им помешать. Их ранили, вытащили, бросили на асфальт и несколько раз переехали головы колесом, пока они были еще живы. Я до сих пор не могу прийти в себя. Они ведь были еще живы. Причем сначала на глазах отца убили сына, а потом добили его. Одна из убитых ими там же – беременная женщина. Они разрезали ее живот, достали ребенка и стали играть им в футбол. Вы даже не представляете, как это. Такое вообще сложно представить. В голове не укладывается. Они насилуют женщин, убивают маленьких детей. За что? Мне даже в голову такое прийти не может. Вы ведь знаете Бесама. Он очень добрый, даже несмотря на все то горе, которое случилось в это время. Он любит детей, наших четверых девочек. Любит играть с ними, сидеть, заниматься. Но сейчас он редко бывает дома, и детишки по нему очень скучают. Он уходит рано утром и возвращается поздно ночью. И мы очень волнуемся. Ведь боевики хотят убить его. Они даже выставили его фото на сайты, показывают по своим каналам и предлагают деньги за его голову. Я часто звоню ему, но он не берет трубку. Занят. Алло. Алло. Потом перезванивает и успокаивает. Говорит, что не придет обедать, потому что останется со своими ребятами. Боится, что с ними что-то случится, а его не будет рядом, чтобы помочь. Он любит родину и даже готов отдать жизнь ради родины. Сирия для него важнее, чем жена, родители и дети. Я его понимаю и поддерживаю. Я готова потерпеть. Мы готовы на все. Готовы потерять сыновей, отцов, мужей. Готовы сами пойти в армию, чтобы вернуть тот мир, в котором все здесь, в Сирии, жили раньше. Я когда иду в бой, я вижу смерть перед глазами, но не боюсь. Потому что это для меня большая честь – пожертвовать собой ради Родины. Как это сделали мой брат и отец. Важнее всего вернуть тот мир, в котором мы жили раньше. Моя мечта? Я хочу видеть Сирию такой, как раньше, когда мы жили спокойно и мирно. Хочу, чтобы она победила мировую войну. Иногда, чтобы подняться в горы, нужно идти сложным и трудным путем. Нам приходится жертвовать близкими, друзьями, чтобы спасти Сирию и дойти до того Олимпа, с которого уже не видно будет других вершин. Это великая мечта, чтобы мы наконец стали жить мирно и спокойно, как это было всегда. Мы поменяли 6 мест за 6 дней и нигде не видели жителей. Они сами мне сказали, что во всем городе не осталось ни одной женщины, никого, только эти бандиты. Нас повели в другой город ночью. Вдруг взорвалась световая бомба. Армия начала стрелять по ним. Начался бой. Я упала на землю и ждала, пока стрельба закончится. Потом армия начала кричать: «Яра, мы знаем, что ты здесь. Надеемся, что ты в порядке». А я такая: «Боже мой, я думала, что больше никогда не увижу маму. Это было как: а, я свободна!» Я встала и побежала к ним. Когда я увидела нашу армию и флаг, ну знаете, такой красный, белый, черный и 2 зеленые звездочки, я подумала: «О боже, я наконец-то свободна!» И я больше не могла идти. Офицер взял меня на руки и понес, я плакала. И тогда офицер сказал: «Не переживай, Абдалла уже с нами». Я тут же вскочила, и через 30 секунд я уже обнимала своего оператора и сказала, что водитель Хусам еще со свободной сирийской армией. Мне больно это произносить, потому что они не свободные, не сирийская и не армия. Офицер сказал: «Чего бы мне это ни стоило, я его освобожу». И он сделал это. Вообще они наша семья, это вот это армия, это и все это народ, жили одну семью.
А как можно их принимать? Конечно, как, или если как брат, как сын. Наш народ это. Мы считаем, что это армия. Это наш народ. Просто он работает в армии. Это работает в другое место. Вообще мы одна семья. Вот так живем и жили. И будем жить, дай Бога. Мы как сборим, что будем жить. Когда смотришь на солдат в бою, кажется, что они такие бесчувственные и жесткие. Они сосредоточены и серьезны. Готовы в любой момент пожертвовать собой, чтобы не пропустить боевиков. Готовы закрыть собой друга. Они такие жесткие и храбрые, даже несмотря на то, что многие очень молоды. Даже раненые просят не отправлять их домой. Хотят вернуться обратно в строй. А когда заканчивается операция, их не узнать. Вроде те же самые, смелые и еще не остывшие от боя, а дурачатся, как малые дети. Шутят, подтрунивают друг над другом. Сидят, отдыхают, пьют чай или маты. Это у нас любимая традиция. Гоняют самого младшего за водой, другого за сахаром, третьего за чайником, смеются, веселятся, как будто ничего и не было. Смотрю на них и не верю, что это те же самые солдаты, которые только что так храбро воевали. А каждый вечер они прощаются со всеми, как будто навсегда. А вдруг завтра уже не увидятся. Они живут одним днем между жизнью и смертью. Никто не знает, когда умрет. А потому прощаются, как в последний раз. جزيري ويصل بركة والعربي الأخبار الكذاب لعب الشين Амир был моим другом, мы с самого первого дня войны были вместе. Вместе воевали, вместе работали, вместе проводили время. У него трое детей. Он такой храбрый и сильный воин. Не боялся участвовать во всех операциях, при этом был очень добрый и спокойный. Он много шутил, помогал беженцам. Нас послали на задание в Алеппо. По дороге он почувствовал, что погибнет. Сказал мне: «Прошу, смотри за женой и детьми». Я чувствую запах смерти. Я говорил ему: «Хватит глупости болтать», но он начал петь такие грустные песенки и сказал: «Я пожертвую собой и не вернусь в Хомс». А через два дня его похитили. Последний раз мы с ним виделись в Дамаске. Он позвонил, сказал, что будет недалеко от нас и захотел встретиться. Мы вышли, и я его не узнала. Он обычно такой добрый, такой веселый, всегда шутил. А здесь он был такой черный, как туча. Вот от него прям негативная какая-то энергия исходила. Я еще тогда подумала, а вдруг он что-то чувствует. Но отогнала быстро эту мысль. А через два дня нам позвонили, сказали, что его похитили и требуют деньги. Мы думали что-то делать, как-то помочь, хоть что-то для него сделать. Но с нами был тогда офицер. Он сказал, если к ним в руки попадают военные, то живыми они оттуда уже не выходят. Я позвонила ему, он не брал трубку. Тогда я набрала Бесаму, он сказал, что Амир пошел что-то купить. Потом я снова набрала его номер, мне ответил чужой голос. Говорит, я из свободной армии, твой муж у нас, мы его похитили. Либо ты даешь нам 1 000 000 лир, либо мы его убьем. А потом выключили телефон. Я позвонила дяде, сказала, что они взяли Амира. Потом были еще звонки. Они издевались над моими чувствами. سعرا وانتقاما
لأعراض المسلمين ودمائهم. Мы пытались договориться с ними про выкуп, достали деньги, они не брали трубку. Много раз звонили, несколько раз обсуждали вопрос денег, а потом они выключили телефон. На следующий день позвонили, сказали, что оставили Амера в пригороде Алеппо, мол, идите заберите. Мы нашли его с отрезанной головой, рядом еще трое солдат. Они пытали его, избивали, а потом порезали, даже не ножом. Живого положили на столярный стол и отпилили голову. Для меня это большая потеря, но зачем его так зверски убивать? Они как звери, даже звери так не делают. Дикость какая-то. Они всегда, прежде чем убить, отрезают ноги, потом руки, медленно, потихоньку, потом уже горло. У меня просто нет слов, чтобы объяснить, как вообще такое можно творить. التي تركت في حمص وباقي المدن في بلاد الشام الله أكبر والعزة لله وللمسلمين الله أكبر. Он был очень добрым, любил Бога, настолько добрым, что отдавал людям последнее, даже если сам в чем-то нуждался. Любил народ, любил всем помогать. Он любил меня, троих наших детей, родителей. Пусть Бог не простит им убийство моего мужа. Пусть заберет у них любимых, чтобы они почувствовали, через что я прошла. Свободная армия пришла и разрушила нашу тихую, красивую жизнь. Бог не поможет им, Он их накажет. Переход к демократии в Сирии уже начался, и Асад должен убраться с его пути.